Возможно, что биологическая угроза для китайского народа возникла по природным причинам, сама по себе. Но есть повод и для конспирологической версии. Речь идет о трех любопытных обстоятельствах. 1. Посмотрите на карту. Ухань находится в центре восточной части Станы, которая густонаселена, в которой проживает большинство населения КНР. Город Ухань – самый густонаселенный город в центральной части страны. Собственно, речь идет о той части, которая в стране является самым-самым Китаем. 2. Вирус появляется за несколько дней до традиционного Нового года. То есть, когда жители страны готовятся к празднованию. Китайцы традиционно отмечают праздник в семье, стремятся собраться у родителей всей семьи, где бы они ни находились. По случаю праздника наступают официальные каникулы, во время которых никто не учится, никто не работает. Как правило, в канун праздника и в период празднования в Китае происходит бум пассажирских перевозок. 3. Нулевой год по западному календарю, символично. А в китайской традиционном календаре 2020 год, это год мыши, год крысы, с которого начинается новый 12-летний цикл. Тоже крайне символично, что в итоге, плохо обнаруживаемый на ранней стадии вирус появляется в центре густонаселенной части страны в канун сезона самых масштабных пассажиропотоков. Вот такая конспирология вырисовывается. Может ли история с вирусом быть результатом сознательных усилий людей, которые решили навредить Китаю или китайской власти? Может ли это быть актом биологического терроризма?